Блогер Мария Погребняк в четвертый раз стала мамой. Блондинка опубликовала в соцсетях фото с малышом и своим мужем Игорем Головинским, которого скрывала от публики. На днях Мария сообщила поклонникам, что выезжает в больницу. Она даже сделала макияж и красивую укладку во время схваток. Как оказалось, делала она это не зря, у нее на свет появился ребенок. На кадрах Погребняк позировала с младенцем на руках. При этом женщина была с красиво уложенными волосами и при макияже. Знаменитость поспешила поделиться радостной новостью, но пол и имя ребенка не сообщила. Блогерша отметила, что просила малыша подождать до 5 сентября, но появиться на свет не позже 6. И ребенок ее услышал. «Вчера утром начались незначительные схватки, что дало мне время спокойно собраться. Я основательно готовилась к встрече с четвертым чудом», — добавила звезда. Напомним, что у Марии есть еще трое сыновей от бывшего мужа футболиста Павла Погребняка – Артем, Павел и Алексей. В 2023 году пара развелась, и девушка снова влюбилась. Ее избранником стал бизнесмен, за которого она вышла замуж совсем недавно.